Привет, я с Мёхом Ровленой, сегодня с моим видеоблог. Собственно, я сняла видео, я вчера или позавчера, я выложила видеоблог, или позавчера, короче, неважно. И еле поставила обложку. Но я обычно обложки ставлю через компьютер. А сейчас, ну не через компьютер, а через телефон. Вот. А сейчас я поставила обложку на то видео, на тот видеовлог через компьютер. Я с телефона скинула обложку на компьютер. И поставила ее на компьютер. Так вот. Почему, собственно говоря, я влог снимаю? Сейчас мы, короче, с мамой, у нас такая идея появилась, сходить в лес. Но это как бы не лес, но как бы... Короче, помните первый влог с леса? Вот мы хотим пойти туда. Кто помнит первый влог, то мы хотим пойти туда. И там мы хотим взять пиццу и там просто посидеть, отдохнуть. Потому что в городе гулять неинтересно. А там как бы лес, природа и интересно довольно-таки. Я вам хочу там поснимать более подробно, потому что в тот раз у меня тем более камера хорошая задняя, и там будет офигенно красиво, если я буду снимать на новый телефон, и если я буду снимать на эту камеру, будет там офигенно красиво, и вы там все будете, и вы там четко все увидите, будет вообще офигенно, вот, как-то так. Сейчас, короче, мы в магазин, но мне еще надо за селфи-палкой зайти домой, чтобы снимать было удобней. Потому что так держать телефон, рука устает. Вот. Сейчас, короче, мы идем в магазин. Не знаю, может быть, мама сейчас в магазин пойдет, а я пойду за селфи-палкой домой. Потом мы с ней где-нибудь встретимся, постукуемся и пойдем. Я просто бежала сейчас, потому что дорогу, короче, перебегала. Так вот, потому что так ли держать телефон в руке очень тяжело, а снимать мне сегодня довольно много получается. Влог будет более интересный, чем в тот раз, поэтому, да. Все, ребят, я пока отключаюсь, потому что ничего пока интересного в принципе не будет. Потом включусь, когда уже мы пойдем в лес. Может, что-нибудь вам там расскажу интересненькое. Поэтому не переключаемся. Мы сейчас идем вот в эту кулинарию. А потом уже идем в лес. Вот. Зацените, как снимает задняя камера. И как снимает передняя. Вот. Мне кажется, круто, да? А как вам? Зацените. Проходим сквозь дебри. С мамой. Ой, господи, вот это тут дорога, конечно. Крутая. Я помню, как я тут спускалась, когда мне только гипс сняли. Это было очень больно спускаться по этой дороге. Чё ты? Это очень страшно. Тут еще и грязь. Нормально вообще. Но тут очень красиво. Там город видно. Ладно. Город. Ну не город, а вот там вот, вот там вот. Чё? Старый Каменский видно. Город. Ну, блин, ладно. Ой. Сейчас я выдвину селфи-палку еще чуть-чуть подальше, чтобы удобнее было. Там дымок какой-то. Как будто кто-то что-то жарит. И пахнет прям. Ну, не жарит, а как будто трава горит. Вон там дымок.
грязь просто. Я за тобой вообще иду. Тут шиша просто умотаться. О, вот это дымом тянет вообще. Пипец. Мама, а чего вот это вот там белое? Вон, видишь? Чего там? Нет. Это снег. Ну, я догадалась, что это... Снизу он еще не ставил. Что это снег, но я думала, там что-то типа вода или что-то такое. Застывшая. Понятно. Я просто думала, что это какая-нибудь речка там или еще чего. Мы сфотографировались вот там, а сейчас как-то страшно тут вообще. Как будто в фильме ужасов. Знаете, пикник в страшном темном. Везде что-то дымит в этом лесу, что-то все. Фу, жесть. Страшно. Это просто какой-то пипец. Летом здесь красивее было тогда. Еще что-то как-то темно. Какие-то. Пойдем туда вверх, к тем. Да, все. Да, пошли. Это что-то тут как-то страшно и дымом, и дымом. Ну ладно, надо было, знаешь, куда идти, где у дяди Вадика гараж. Туда, к его гаражу. Там опять кроме гаража. Там вон мангал сгоревший. Заброшенный. Радио бомжиков. Да вообще. А, жесть, как тяжело подниматься в гору обратно. Привет, у нас с тобой тут. Потому что если он дарахнет, то градус. Да вообще не говори, у меня телефон дорого стоит, поэтому тут. Даже мама старенькая этого боится. Я не боюсь, я это чуть-чуть что-то так. Нет мужиков с нами, всех мужиков разбросали по углам. Ну, вообще страшно как-то без мужиков. В следующий раз возьму. Ага. Ну реально страшно, ребят, вот реально. Все мужики робят у нас. Да вообще. Красиво только там вдалеке, где старый Каменск. А так вот. А так вот тут страшно. Вон, видите? Да, мы тут тоже хрусталь. Классно там. Ой. Софи палкой очень еду. Ну, чего так темно? Чего так темно, я вообще не понимаю. Пипец. Со светом тут, конечно, перебор что-то вообще. Солнышко, видишь, тучки набежали, ну, какие-то тучки вообще набежали. Вот, мама, как вчера. Я снимала сторис вчера в Инстаграме. Кто видел? Вчера, когда мы шли в больницу, было солнышко, было тепло. Когда мы шли обратно, такой резкий холод. И сейчас так же. Мы пришли в лес, и похолодало. Это очень странно. Я не знаю. Погода как-то всегда против нас что-то. Мама у меня аж в капюшон укуталась. Ну так я не знаю, что тут. Красота какая! Вообще класс. Ну, я имею в виду... Вот наверху смотришь вообще красиво. Вот когда вниз спускаешься, то вообще страшно. Странно это очень. Как-то вот сыщем. Вон. Чё? Да, в старом Каменске там солнышко. А у нас тут солнышка нет, у нас тучки. Давайте, давайте. Я уже на вы перешла все. Я, кстати, взяла луковые колечки с сыром. Я обожаю сыр. Что же с ним связано? Вот просто максимально обожаю. Так. Фу. Я сыр обожаю. Да, мы еще пиццу взяли вообще вкусную. О, солнышко, солнышко, ура! Солнышко! Ты хоть сейчас на маму не наведешь? Я на тебя не навожу, я здесь тебя там вообще не видно. Я вообще гулять пошла. Ай, сейчас, ребят, подождите. Все, мы с мамой тут разозлились, мама, мы с тобой разозлились. Разложились. Далеко, да не бегаю, я недалеко, я вот тут вот гуляю. Вот.
короче, у нас наконец-то солнышко тут появилось. Там еще вон какие-то парни. Там какие-то туристы, он их там много сильно. Да чё? Я же их не снимаю. Вот, короче. Там очень красиво. Вдалеке. Вообще красота неписаная. Вот. Сейчас солнце просто слепит мне в глаза. И поэтому я чуть-чуть жмурюсь. Вот. Мам, пошли со мной гулять. А чё, классно. Да тут просто подвигаемся хоть, а то ты там встала как вкопанная. Вкопали? Вкопали. Ну, короче, классно. Самое главное, винты не сломать, потому что что-то вообще какое-то место неровное, ни хрена. Ну тут классно. Вот. Вообще красиво так. Вот внизу страшно, а вот наверху. Но мы не наверху. Но тут не так страшно сейчас, как мы вон. Сюда зашли, тут мрачно было, страшно. Сейчас солнышко выглянуло, не страшно вообще. Не мрачно, не страшно, красиво. Вот. Тут какая-то земля. Как будто тут раньше, как будто тут раньше поле было, как будто тут раньше картошку садили. Тут просто земля какая-то торчит. Классно. Ладно, я сейчас, короче, буду есть свои луковые колечки с сыром. Вот. Надо еще, наверное, сторис снять. Да, сейчас еще сторис сниму. Что я в лесу, что я снимаю влог. И что он сегодня вечером выйдет на моем канале. Вот. А то просто вы ждете влогов на канале. И я сейчас буду стараться снимать чаще влоги, больше. Потому что я очень долго не снимала, и как бы, я думаю, вы по мне соскучились. По моим влогам. Вы там надо мной, наверное, ржете все, да? Смешно. Вот. Ну, короче, как-то так. Все, я пошла снимать сторис, делать луковые колечки есть, точнее, не делать. Мы же, короче, хотим вот тут вот спуститься и пофоткаться вон там вот, потому что тут страшно фоткаться. Тут что такое-то все страшное. А мы сейчас с мамой вот сюда спустимся и тут пофоткаемся. Потому что фоточек у меня в Инстаграме давно таких не было, природных именно. Поэтому мы сейчас хотим тут пофоткаться. На природе хорошо так. Пипец! Мама меня в какие-то дебри тут занесла. Да, мама? Занесла. Да, занесла. Ну, это я туда еще не достала. У нас, кстати, снег пошел. Вышла из этого. К чему? Снег, ты че, вообще офигел? Как вчера, да? Ты издеваешься? Песня-то не зря поется. А на небе тучи. Мама у меня такая веселая. А у тебя мама что, когда-то грустно бывает? Ну да, бывает. Иногда. Иногда. Вот сейчас у нас гонщик был только что. Снег, по которому мы сейчас будем идти. Жесть. Снег и холодно. Опять холодно. Вот какого хрена? И мы хотели пофоткаться, но тут такой лес страшный, что просто чипец. И меня это расстраивает. Мы сейчас пойдем дальше гулять, конечно же, мы не пойдем домой. Потому что дома скучно. И жарко. И вообще. Вот. Сейчас мы куда-нибудь еще сползаем.
Чё? Пипец, что-то холодно. Дома жарко, тут холодно, ты определись. Да, у меня руки замерзли. Вот тебе не жарко? Ой. Вот тебе нормально, а мне холодно. У меня руки почему-то мерзнут. Я сама не замерзла, вот руки у меня мерзнут. Максимально быстро. Я испугалась. Мне показалось, что по траве кто-то пробежал. Маленький какой-то. Кто-то. Енот. Енот. Конечно, как нет-то. Нет. Все. Палку делаю чуть-чуть поменьше. Ладно, сделаю побольше, потому что мы сейчас снова будем в гору подниматься. И мне будет жутко неудобно. А еще я провод от селфи-палки опять забыла присоединить к штекеру, где вставляются наушники. Я все время почему-то забываю. И он болтается такой. Я не знаю, почему я забываю. Это очень странно. О, пипец. У меня волосы какие-то еще дыбом встали. Ну, понятно, в лесу побывала. Понятно, что они с дымом станут. Сумка, ты куда? У меня сумка все время куда-то бегает. Фух. Жесть, конечно. Да, тут красивее было. А сейчас еще какое-то говно. Травки. Травка сухая. Деревья страшные, ужасные. Монстры какие-то, как будто. И тут еще какой-то, типа, домик, не домик. Какое-то постройство. Где? Вот. А, туалет. А я думаю, что туалетом несет? Тут же раньше кафе было. Кафе было? Ух ты. Что точно это? Чё? Что значит это? Это туалет. Я думаю, что так туалетом понесло? А это туалет тут был. Тут раньше, кажется, шашлычная была. Вот. Фух. Пипец, как тяжело подниматься и подниматься. Спускаться весело, а подниматься тяжело. Сейчас я сделаю свою палку поменьше. Чтобы никого и не ударить, не дай бог. Это... Страшное это дело. Ой. У меня лямка спала. Ой. Фу. Тут машины ездят. Сейчас мы сели посидеть, мы на площади сейчас на своей. У нас тут скамейки какой-то, громила какой-то тут. Скамейки хотела друг на дружку поставить. Мутант какой-то. Это очень смешно, реально. Ой, вообще, пипец. У нас там вон фонтан. Вам не видно, наверное, я не знаю, просто солнце светит. Сейчас я чуть-чуть отодвину. О, отлично. А, я не вижу. Не знаю, вам не видно, нет? Блин, я не вижу, вам видно скамейки, то, что поломанные они, короче. Реально, ты хотел друг на дружку поставить. Это просто пипец какой-то, реально. Какой-то гигант прошелся. Скамейки хотел друг на дружку поставить. Просто пипец. Пойдемте вон туда. Где скамейка любви? Скамейка перемирия или скамейка любви? Как она называется? Я не знаю. На скамейку вон на ту. Чё?
Короче, мама не разрешила, ну, короче, вон там стоит. Блин, солнце светит, и вы не увидели, наверное, ее. Вот. Тут очень красиво, тут вообще людей как бы не очень много. Тут люди гуляют, но... И как бы... Вот когда мы шли, вообще людей не было. А вот сейчас чуть-чуть что-то люди тут заходили чуть-чуть на площади. Но тут очень красиво. Вот, мы с мамой сейчас отдохнем и пойдем в еще один в лес. В еще один лес. Ой, да, ой. По-моему, решили, что мы не в лес идем. Чё? Мы же не в лес. А. Короче, мы идем в другое место, не в лес пойдем. Я потом вам покажу, куда мы пойдем. Это святое место в нашем городе. Кира тут же смс-ку прислал. Я на работе. Тут же уже не... А, он, наверное, там в тундрах ползает. Он недоступен какой-то. У меня немножко болит чуть-чуть. Ладно, встретимся уже на том месте. Зашли мы сейчас в какой-то очень страшный лес. Ну, как страшный? Ну, короче, какие-то дебри лесные. Тут сухие деревья. Очень. Смотрите, какие... Просто это же такое. Куда мы зашли? Господи, боже мой. Ну да ладно. Не совсем это важно. Короче, мы какие-то дебри зашли. Мусорные. Тут типа такой... Это не лес, это нельзя назвать лесом. Потому что тут... Он вообще небольшой. Ну вообще небольшой. Прям вот маленький-маленький такой. Вот. Ой, блин, запнулась. Мама, сейчас мы, короче, пойдем все-таки в лес. Вот, потому что я хочу в лес. Я хочу кушать чуть-чуть совсем. Но у меня это чуть-чуть нарастает уже. Поэтому сейчас покушаем сейчас. Вот, в лесу. Пофоткаемся. Вот. Что это такое вообще? Не понимаю, куда мы зашли? Просто максимально. Не понимаю. Все. Встретимся с вами уже, когда будем в красивом лесу. Все, ребят. Я с вами прощаюсь. Это было все. Мы с мамой больше никуда особо не пойдем. И у меня еще 16% зарядки осталось на телефоне. Уже 15%. Поэтому все. И надеюсь, было интересно. Вы со мной прогулялись, и мне было очень приятно прогуляться с вами. Вот. Сейчас мы пойдем просто гулять во двор. Вот. И все. Сейчас пойдем в магазин. Ладно, всем пока. Всем лайк, Мара Валена. Подписывайтесь на мои все ссылки, которые в описании. Также там Твиттер, Инстаграм и Телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всё.